Главный трубопрокатный цех Северского трубного завода Свердловской области. Здесь на стане горячей прокатки трудится бригада почетного металлурга Виктора Александровича Золотова. Еще год назад она выполнила план 11-й пятилетки и 1 мая 1984 года получила высокое звание коллектива имени Советско-Чехословацкой дружбы. Сейчас бригада принимает активное участие в соревновании в честь 27-го съезда КПСС. А задачи у коллектива очень ответственные. Цех поставляет трубы для нефтяников и газовиков в Тюменской области. За 4 года пятилетки бригада Золотова выдала дополнительно к плану почти 7000 тонн высококачественных труб. Все это позволило членам бригады с уверенностью сказать, что к дню открытия 27-го съезда КПСС они выдадут дополнительно к плану еще 1000 тонн труб и в дни работы съезда будут выпускать трубы только из сэкономленного металла.